listen twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Девочки, всем большой привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у меня очередная мотивация на уборку. Надеюсь, хотя бы сегодня я уже до конца доубираю свою кухню. Гарнитур я весь перемыла, вы уже это все посмотрели. Теперь мне остается потолок, люстра, телевизор протереть, обои тут возле стола помыть. Под окном фасад не помыла я. Ну и в холодильнике немножко все вытру, полочки протру, все вытаскивать не буду. На улице плюс один, опять морозилка у меня не размороженная, не получится ее разморозить. Так что, девочки, присоединяемся, мотивируемся, скоро Новый год, так что нельзя сидеть ни одного дня без дела, особенно девочкам, тем, кто работает, потому что у нас то работа, то одно, то второе, поэтому уборкой нужно заниматься между работой, семьей, уроками, готовкой, в общем-то, девочки меня поймут. Ну, сейчас покажу вам фронт работы, какой я сегодня себе задумала. Вообще, начинается скоро Новый год, и я себе уже зарядила в Ютубе фильм «Новогодние сваты». Обязательно его смотрю. Прям каждый год в Новый год что-то делаю на кухне, его смотрю. Здесь у меня варится борщ в казане. Только вот залила, водичка еще не закипела. В казане варю борщ уже со сквашенной капусты, которую я уже заквасила. Вот так, что мне сегодня нужно сделать? Помыть фасад здесь. Не знаю, там внутри буду, не буду убираться, но фасад точно нужно помыть. Здесь поменять я хочу клееночку. Помыть здесь обои грязненькие возле, вот над столом прям. Протереть телевизор. Помыть обязательно потолок, люстру открутить, помыть. Сверху над шкафами вымыть, потому что я шкафы все перемыла, гарнитур, а наверху еще ничего не помыла. Холодильник сверху помыть. Здесь вот немножко протру, я так как недавно мыла. Но здесь вот мусору столько, крошек нужно будет помыть. Ну и внутри тоже протереть полочки, вытаскивать все особо не буду. Полки протру. Не забуду, надеюсь, сегодня позастилать клееночки, которые я себе уже давненько купила, все забываю их постелить на полочке, в холодильник. Ну и здесь вот, конечно же, прям хорошо все вымою. Ну и, соответственно, полы. Девочки, еще не знаю, успею, не успею. Хочу вот там вот труднодоступные места. То есть нижние вот эти планочки повытаскивать, их помыть. И под ними тоже там полы вымыть. Не знаю, хорошо мне сегодня выходной. Кушать я сейчас доварю, чтобы уже просто не отвлекаться на эту готовку. Так, время у нас, девочки, 11 часов утра. Я уже довариваю борщ. Уже тут сполоснула после завтрака, кто чай пил, кружки. Кружки здесь целая гора стояла, все я сполоснула. Так что, чтобы уже не отвлекаться на побочные дела, приступаю к уборке. Налила я здесь воды себе, немножечко моющего средства. Здесь я забрызгала двери азелитом, потому что они были прям ужасно грязные. Азелит вот работает, все стекает. Здесь я все попротирала. Девочки, у меня здесь в этом шкафчике сырость. Так как дверцы все время закрыты, нигде здесь воздуха нет. И там прям вот я стены даже пришлось мне помыть. Сейчас шкаф здесь помою, когда все в кухне уборку закончу. Я, наверное, оставлю как-то вот так, что ли, приоткрытую дверь, чтобы там просыхало. Знаете, вот я не подумала, когда мы заказывали здесь вот фасад под окном, нужно было вот здесь вот что ли, или снизу вот такой вот примерно ширины сделать как решеточкой, чтобы как вентиляция была. А то она получается вся полностью закрыта, эта дверка.
и там воздух не поступает теплый. С улицы-то мороз, а с этой стороны тепло не идет. Поэтому здесь у меня ничего особо нету. Летом я здесь храню муку, сахар. А зимой, так как сырость, я здесь ничего не храню. Барбекюшку нужно будет ее в гараж как-нибудь отнести. Чайник, варенье там какое-то засахарившееся стоит. Надо выпечку использовать. Не так особо, то банки здесь, то склянки. В общем, ничего здесь серьезного нет зимой, потому что там сырость. Летом, я еще раз повторюсь, там храню запасы муки и сахара. Так, ну что, здесь у меня уже азелит поработал. Сейчас я буду отмывать вот эту вот грязь, все постекало. Сейчас помою. Как раз из линолеум отмоется хорошо от азелита. Ну все, девочки, начинаем свою уборку окончательную на кухне. We'll be driving out of state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do. Так, ну что, с этим шкафчиком мы справились. Внутри все прибрала, помыла. Снаружи все помыла. Сейчас кухню закончу убирать, открою дверцу, чтобы там все просыхало. Теперь хочу залезть наверх. Помыть над шкафами там. Шкафы, точнее, сверху. Не знаю, как достану. Может, Владюшу придется просить. В общем, попробую достать сама. Вот, а потом уже буду стеночки протирать. А потом, наверное, перейдем к потолку. Ну и заодно телевизор тиранем. Сваты у меня новогодние идут. Что-то я так долго все делаю. Сваты уже скоро закончатся. Я все еще ничего толком не сделала. Только этот шкафчик помыла. Ну ладно, продолжаем нашу уборочку. Давненько я сюда не заглядывала, на шкафы. Здесь вообще, оказывается, особенно ближе к плите, очень грязные шкафы. Прям, знаете, такой жир уже застаревший, уже прям пришлось применять азелит, чтобы это все отмыть. Вообще, раньше я стелила всегда газетки наверх тоже на шкаф. Это типа как обои у меня в шкафу, так я и раньше газетки стелила наверх на шкаф. Но сейчас что-то, не знаю, почему-то не стелю. Ну, с азелитом, в принципе, знаете, несложно все это отмылось. Легко и просто отмыла, все вытерла насухо, все шкафчики сверху по периметру все протерла. Хотела вот надо эту трубу поднять, которая вот вентиляционная. Она мягкая, она не жесткая. Ну, вот просто ее некуда поднимать. Она впритык прям в потолок и лежит на шкафу впритык в потолок. Поэтому я ее никак не могу под нее подлезть, под ней там помыть, поэтому пришлось только все вот с краю обмыть. Так, уже перешла на другой угол, там у меня несколько фейерверков лежало, еще с прошлого года, такие старенькие фейерверки, еще обычные такие, дешевые. Я их помою, шкафчики назад туда покладу, потому что больше их хранить негде в доме, там сухо и тепло, поэтому пусть они там у меня будут лежать. И заодно, девочки, протираю потолок, именно над шкафами, тряпочкой, плинтус, обои. Тоже протираю, чтобы уже потом швабра здесь не вошкаться, в общем-то, не драить. Все сразу, что достаю, все здесь промываю. Wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before.
все, все поверхности на шкафах промыла, отмыла, люстру помыла. Теперь перешла вот помыть сверху холодильник. Здесь тоже у меня ничего не застелено. Вообще уже тоже думаю, нужно сюда тоже какую-то найти салфетку, не знаю, или купить какую-то салфеточку на холодильник, такую немножко прорезиненную, чтобы не так пачкалась поверхность холодильника. Тоже пришлось использовать здесь азолит немножко вот с краю. Не могла отмыть, пока не набрызгала азолит. Азолитом побрызгала, все промыла, холодильничек чистый. По пути здесь тоже кое-что протираю. До часов очередь дошла, в общем-то, все, что стою на столе, все, что в моих, как говорится, в моем расстоянии, где я достаю, все заодно везде протираю, чтобы потом уже было проще, легче швабры просто уже с пола помыть весь потолок. Space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. Телевизор я тоже протерла, теперь перешла к участку над столом. Эту стену с обоями тоже я всю тряпочкой мокрой прям хорошо отмыла. Сверху-то там ничего, а вот тут вот пониже, ближе к столу, какие-то были брызги, видимо, от чая или еще от чего-то. В общем, пока это все дело отмыла. Ну, обои моющие, поэтому они хорошо отмылись у меня, как говорится, легко. Поэтому я их быстренько тряпочкой влажной, прям без даже губку не использовала, только чисто тряпочкой все промыла. Здесь тоже в углу обои протерла, сразу косяк протерла со всех сторон тряпочкой. В общем-то, у меня сегодня вся полностью генеральная уборка. Теперь вот дошла я до холодильника. Решила сначала в холодильнике навести порядок, а потом уже переходить к мытью потолка. Не знаю почему, наверное, потому что в этом углу тут протирала все, и заодно по пути встретился мне холодильник, поэтому я решила его тоже протереть. Я его мыть весь полностью не буду. Как я уже говорила, на улице опять оттепель, я морозилку вытаскивать не хочу. Просто здесь освобожу его, полки все вытащу, протру. Внутри шкаф сам холодильный протру. Ну и все посоставляю обратно. Может быть, что-то выбросится, может быть, что-то просто поаккуратнее посоставляется. Ну, в общем-то, вот такая вот у меня сегодня будет мини-уборка именно в холодильнике. Так как я недавно холодильник мыла уже, поэтому я с дверей из холодильника все магнитики полностью не снимала. Снимала только на тех участках, где холодильник, как обычно, проблемные места, где касается руками, залапанный весь. Я там все отодвинула, все магнитики, что-то поснимала, отмыла, протерла и более-менее поправила все ровненько. Так, теперь я протираю все полочки, мою я их на столе сегодня, в ванну уже не пошла. Так как у меня сегодня не генеральная уборка в холодильнике,
Поэтому я их здесь, ведро у меня с водичкой, с моющим средством, тряпочка, губочка, где-то что-то промыла, протерла. И теперь начинаю составлять. Здесь девочки у меня, как всегда, стоят в одном положении. После мытья холодильника почему-то полки у меня оказываются совершенно в другом положении, совершенно на других уровнях. В общем-то, тыркалась. Ну, пока сделала вот так. Тут я решила постелить уже клееночки, которые давно-давно заказывала на Wildberries или в AliExpress, я уже не помню. Они у меня уже давно лежат. Они, девочки, оказались маленькими. Видите, вот так вот они ездят. В общем, не полностью на полку ложатся. Ну, раз уже решила постелить, думаю, дай-ка решу, ну, уже постелю. Постелила, как получилось, получается. Все закладываю обратно, все закладываю на место. Тут я понимаю, что полка у меня не там стоит, что мне не влазит бутылка с огоньком, поэтому приходится полочку немножечко ниже спускать на один ярус. Ну и продолжаю заполнять свой холодильник. Ничего в холодильнике, как говорится, интересного нет. Огонек и капуста. Больше ничего, девочки, нет у меня нынче в холодильнике. Ну, скоро будет Новый год, скоро будут новогодние праздники. Холодильник будет, как обычно, как у всех, забит различными продуктами, различными вкусняшками. Сейчас пока вот как-то так. Так, буду приступать мыть потолок. Для этого взяла чистую воду. Хочу туда немножко добавить мистер Пропер, потому что моющее средство для посуды нельзя добавлять. Слишком будет магнитить. Весь ворс, вся пыль будет прилипать. Можно еще чуть-чуть. Короче, почти полстаканчика налила, чуть меньше. Две тряпочки у меня. Одно я буду мыть, а второй буду насухо вытирать. Ну, как насухо? А насухо, относительно насухо. Так что сейчас будем мыть. Буду мыть потолок своей любимой шваброй. Вот такой вот шваброй. Все, наконец-то я приступила к мытью самого потолка. У меня есть две тряпочки чистенькие, которые именно я использую для окон, либо для потолков. Первая тряпочка мокренькая, хорошо так прошла, все прошоркало весь потолок. Второй сухой уже пошла вытирать насухо. Потолок, конечно же, вытирать пришлось не один раз, потому что такой пластик, что он с первого раза, конечно же, не вытирается. Поэтому вот как-то так у меня получилось. Ну, конечно, потолок вот на камеру, наверное, не видно, но вот я вижу, что он стал более чистым, более таким, знаете, отражающим в себе. Вот теперь все отражение видно. А то что-то так он у меня подзапылился, что прям уже практически в нем ничего не отражалось. Ну что, с потолком я закончила. Теперь постепенно уже перешла к полам. Здесь я отодвинула стол и решила под столом здесь тщательно прям все руками, прям все помыть. Залезла под батарею, в каждый уголочек, там все везде. Кстати, батарею я тоже протирала, просто она не вошла в кадр. Это уборка батареи, как я ее мыла. Так что протираю я руками все полы здесь. Мою, получается, руками, а протираю уже, вытираю насухо уже шваброй. Выполоскала тряпочку, на швабру одела и уже вытерла этот участок полов.
дальше теперь перехожу в труднодоступные места, в которые я заглядываю прям очень-очень редко, девочки, наверное, раз в год. Хотя, конечно, желательно бы и чаще туда заглядывать. Но что-то как-то вот у меня не доходят руки туда чаще заглядывать, поэтому, соответственно, там очень-очень много крошек, очень много мусора было. Поэтому я вот и шваброй, и руками, в общем-то, там неудобно. Шкафы, конечно же, не отодвинутся. Руками туда просто я до конца просто не дотянусь, потому что шкафы глубокие, до стены там очень далеко, поэтому руками туда вот вообще в конец бесполезно лезть. Здесь вообще под этим шкафом, где получается мойка, здесь просто у девочки просто ужас, что здесь творится. Вот что значит год сюда не лазить. Конечно же, и руками где-то, и веничком сначала, потом руками, и шваброй. В общем-то, кое-как, всеми средствами, как говорится, что только не придумала, всем везде помыла. И более-менее навела там чистоту под шкафчиками. Теперь, знаете, прям душу греет то, что не только вот в кухне во всей чисто, но и под шкафами тоже чистота и порядок. Вот эти вот панели, они у меня, как я уже в каком-то видео говорила, что они у меня не деревянные, что есть большой плюс, девочки, потому что деревянные у меня на прошлом гарнитуре были, они размокают, когда вот полы моешь, швабра где-то мокрая, постоянно их касаешься, и они начинают разбухать, размокать, ну и приходят в негодность. А у меня панели, они пластиковые, прям вообще я даже не знала, что они будут пластиковые. Очень классно, что они не разбухают, то есть они не теряют форму. Да, они трудно отмываются, но у нас есть средство азелит, которое я забрызгала, поставила. Вот я попыталась изначально без азелита отшоркать, смотрю, у меня не получается. Я забрызгала азелитом одну планку, вторую планку. Пока что-то туда-сюда делала, они у меня азелит поработал. И я прям вот тряпочка легко и просто прошлась, и все-все-все, беленькая панелька получилась. То есть вот, вообще классно тем, что они пластиковые. И нормально как бы отмываются с азелитом. Все отмыла, все чистенько, все посоставляла обратно. На боковом шкафу вот эта вот подставочка, она у меня была одна цельная, с заворотом в угол получается. Вот этот вот кусочек, который я сейчас показываю. Ну и в прошлый раз, когда я мыла там под шкафами, ее как-то неудачно так дернула, и я ее обломила. Теперь уголок у меня вставляется, получается, отдельно от основания. Ну, что теперь сделать? Как уж сделала, так и сделала. Это, в принципе, ничему не мешает, поэтому ставится так же самое, просто теперь два кусочка ставится, не один. Все, полы я домываю, по всей кухне уже домыла, остается здесь пороже. Под холодильником сколько залезла швабра, я помыла, потому что я выдвинуть не смогла, так как морозилка забитая, в нем полная, тут еще порожек у меня прибит, поэтому сдвинуть я его просто-напросто не смогла. Все, девочки, время ровно 3 часа. Начала я свою уборку. Чуть не помню, то ли пол 11, то ли в 11. Все, я все закончила. Стены, потолок на шкафах, под подоконником. Все везде там помыла. Вот там труднодоступные места. Все отодвинула, помыла. Фу, устала. В общем, хотела я еще поменять клеенку сегодня, но решила сегодня менять не буду. Ближе к Новому году уже поменяю, пусть пока еще лежит, потому что дети мне еще успеют ее покромсать. Поэтому в холодильнике тоже порядок навела. Ну, размораживать опять не размораживаю. У нас на улице, вот сейчас смотрю, плюс один. Поэтому я решила пока холодильник не трогать. Все, в общем-то, люстрочку тоже открутила, помыла. Потолочек весь аж блестит, все отражается теперь. Вот такая вот у меня сегодня, девочки, мотивация. Видео, скорее всего, получится очень длинным. Поэтому придется, наверное, его разрезать на две части. Вот. Из двух частей будет составлять моя итоговая минеральная уборка на кухне. Ну все. На этом я буду свое видео заканчивать. Всем спасибо большое за внимание. Мотивируйтесь к Новому году. Убирайте свои кухни, свои жилища. Кто еще не подписался, обязательно подписываемся. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео.